Деньги за компромат. Сотрудниками МВД установлен факт вымогательства, совершенного в отношении жительницы Махачкалы. 29-летний местный житель, угрожая распространением сведений, порочащих честь и достоинство, вымогал деньги в сумме 50 тысяч рублей у потерпевшей. В ходе допроса выяснилось, что у мужчины деньги понадобились для очередной дозы наркотиков. Тут он вспомнил про знакомую, которая взамен на информацию о ней интимного характера может помочь ему, но не тут-то было. Девушка решила обратиться в правоохранительные органы, и теперь мужчине вместо денег и дозы светит реальный тюремный срок. Деньги у девушки деньги вымогал. Я употреблялся, начал просить деньги. Начал вымогать деньги у девчонки с целью употребить, пугал ее. А чем вы пугали ее? Видео у меня было интимного характера, начал ее пугать этим видео, что я это видео распространю, покажу его мужу, ее мужу. Если она что не сделает? Если она не даст мне 100 тысяч.